Всем привет, с вами Марс. Сегодня я вам покажу немножко другой мод Misery. Просто я собирался разобраться с теми проблемами 2.0. Как вы знаете, игра очень часто вылетает из-за него, кто не знает. Тут... Да-да, этот мод ужасен по своей оптимизации. Я установил облегченный патч всех текстур, звуков, всего этого. То есть, это стал тот же самый Stalker, только без упоротого баланса, который реально там был чем-то космическим, и системы классов. Естественно, классы за собой потянули и оружие, и все остальное, но это не так важно. Сейчас мы на него посмотрим. Ну, как вы видите, текстурки стали заметно получше, но игра работает прекрасно. Сегодня мы его посмотрим, где-то минут 10, оцените. Мод так же само называется Misery, тоже 2.0, но он лайфовский. Так, мы получили задание, и мы попробуем защитить сталкера. Так. Хорошо. Что-то тут как-то странно с диалогами все. И, кстати, картинка персонажа тоже, видите, слегка кривая. Но это не так важно. Ну что ж, пошли на задание, ладно. Не буду болтать, сами оцените. Опа! Нарисовался! Тут он говорит, что вы сталкеров хотите трахнуть, я с вами. Я лучше с тобой пойду. Пошли. Так, вырубаем фонари. Перезаряжаем стволы. И вперед. Внимание! А ну давай, давай! Мужики, у нас убитый! Ну да. Пацаны, выручайте! Ты чё дерзкий такой? И гранату на 10. Ну, вроде все. Или нет? Кто, блядь, стрелял? Завалил. Куда вы садите, пацаны? Ну, падла, падай, ну. Мочи все! А! Есть! Допрыгал! Схватил одного! Уй! А почему тут зомбированные? Это... Это неправильно. Ладно. Я надеюсь, задание мы выполнили.
Да стой ты, ну! Наш тебе лимонку! Спартак! Блядь! Чё вы... Я прошу мать. Ладно, придётся воевать. Всё? Ты покойник! Парни, ну... Успокойтесь, может, нет? На, хватай! Это уже бесполезно. Может, вы успокоитесь уже, нет? Ох ты, блядь, какой-то странный. Куда же он спрятался, а? Куда вы стреляете? Ой, блядь. Там реально пострелы какие-то были? Но пока никого. А, ну это зомбирование, ладно, хер с ним. Парни, ну вы успокоились, нет? Оружие как-то стало чувствоваться по-иному. Слушай. Так, выполнено. Прекрасно, спасибо. Огромное. Теперь можно валить отсюда. Да, как-то заметно подкрутили баллистику. И... Калаш стал чувствоваться, на самом деле. Раньше оружие так не чувствовалось. Графон остался на том же уровне. Так, что это такое? Что-то я не припоминаю, ведь богу не припоминаю, чтобы ходили по затону зомбированные. Ну ладно. Не, реально, смотрите. Какого... Ну да, мод что-то поломал. Какой-то баланс он немножко поломал. Блин, перегруз. Значит, надо выкидать нахер эти стволы. Да. Вот так вот. Почему у меня не... Так что не шуми и прячь ствол. Извини. Да, почему у меня индикатора не было, что у меня перегруз? И это что-то непонятное. Ну ладно.
Пойдем доложимся, что там случилось. А ну-ка, 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 фонарик работает? Да, фонарик работает, все шикарно. Ну, привет, Шинат. Ну, здорово. Так. Я помогу разобраться. Отлично. Возле лесничества. Блин, лесничеством займемся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока. Если вам понравился этот мод больше, чем предыдущий, подписывайтесь, комментируйте. Всем спасибо, с вами был Марс. Всем пока.